Рекорд по количеству выпитого пива и драка на фан-зоне. Так Донецк встретил Евро-2012. За матчем между сборными Англии и Франции наблюдало более 40 тысяч болельщиков. Почти столько же болели за украинскую сборную на фан-зоне. О том, как отмечали победу и ничью, Виктория Чистюхина. Вот так отмечали фаны старт Евро в Донецке. Схватка сборных Англии и Франции закончилась ничьей. Продолжение вчерашних ликований британские болельщики дали сегодня перед Донбасс-ареной импровизированный концерт. Праздновали и победу украинцев над шведами. Первый день Евро в Донецке прошел спокойно. По данным правоохранителей, особо никто не конфликтовал. Самые затяжные стычки длились не более минуты. Так, из-за перебора со спиртным на фан-зоне подрались дончане. Я не могу сказать, что это драка была, это так. Просто успокоили товарища, потому что другим способом, видно, не могли успокоить. Но мы вовремя, да, подошли, и все нормально. Он сразу понял, что он был неправ, поэтому заявления и претензий никому не было. То, что пили много, не отрицает и директор фан-зоны Игорь Мартынов. Вчера в Донецке установили рекорд по выпитым литрам – 1,5 тонны пива. Его хватило всем, а вот со временем открытия фан-зоны не рассчитали. Иностранцы начали туда подтягиваться с самого утра. 15 июня обещают исправить ошибку. Болельщики прибывают утром. И вот, как вчера было, то есть 4 автобуса с французскими болельщиками приехали, но мы быстро как бы отреагировали, сразу открыли фан-зону, вот, и мы их уже приняли. Чтобы попасть на матч, вчера украинскую границу пересекли больше 18 тысяч иностранцев. Аэропорт Донецка принял 80 рейсов. Мэр Донецка пока всем доволен. На пресс-конференции журналистов интересовал вопрос, почему нет горячих блюд на фан-зоне. Градоначальник считает это невозможным. Украинское гостеприимство, все я понимаю, но, к сожалению, 35 или 45 тысяч накормить горячим, даже воинская часть сегодня, я не знаю такую воинскую часть, которая может это сделать. Первый день Евро-2012 в Донецке закончился салютом в честь победы нашей сборной. Фейерверк оплатили его спонсоры. Сколько потратили, администрация фан-зоны не признается. Будет ли салют после матча между сборными Украины и Франции в пятницу, пока неизвестно. Виктория Чистюхина, Виталий Багайчук, телеканал «Донбасс».